Жители Твери и гости города снова имеют отличную возможность приобрести свежайшую рыбу и морепродукты. В торгово-офисном центре «Калина» работает ярмарка, на которой представлен самый широкий ассортимент даров моря с Камчатки. Чевыча, белорыбица, палтус, нерка, белуга и многое другое. Ну и, конечно же, свежайшая красная икра. Всего около 35 видов морских деликатесов представлено в торговом центре «Калина», что на бульваре Нагина. Здесь снова работает ярмарка «Икра и рыба камчатская», вкус и пользу которых отмечают все покупатели. Много витаминов полезных для нас, пожилых людей. Вместо лекарств покупаем. Вот за это любим. А какие виды вы больше всего любите? Белорыбица. За что? Но она такая живная, очень нежная, очень приятная и хорошо хранится. Насколько, на ваш взгляд, важно, что продукты привозят непосредственно с Камчатки? Конечно, важно. Свежее все. Особо стоит отметить, что все это доставляется с легендарного полуострова авиарейсами. Благодаря этому удается избежать процесса заморозки. Кроме того, при копчении применяются опилки яблони, вишни и груши. Таким образом, покупателям предлагается полностью натуральный продукт. Ярмарка «Икра и рыба камчатская» будет работать в торговом центре «Калина» ежедневно, вплоть до 4 февраля включительно.